Кузбасский криминальный мир делился на две части. Одна из них поддерживала грузинские воровские кланы, другая, напротив, славянские. Рыба был близким соратником и ставленником Тристана Сеченава, город Тристана. Соответственно, он поддерживал в регионе политику грузинских воров в законе. Родился Рыбин в 1966 в Омской области в Василькуле, однако впоследствии он переехал в Киселевск, Кемеровской области. Первая судимость настигла авторитета в 1984. За грабеж и незаконное ношение оружия его приговорили к 3 годам заключения. Полностью отбыв наказание, Рыба вышел на свободу и в том же году был задержан по подозрению в грабеже в Прокопьевске. Проведя некоторое время в СИЗО и познакомившись с кемеровскими законниками Були и Макоши, Рыбин вышел на свободу. Дело против него заведено не было. В 88-м авторитет был задержан в Киселевске по подозрению в разбое. За разбой и тяжкие телесные повреждения Рыбин был приговорен к 8 годам заключения. Спустя пару месяцев состоялся еще один суд, осудивший авторитет за хулиганство и за разбой на 6 лет. Общий срок заключения составил также 8 лет. В начале 96-го был коронован в Москве Игорем Бурилиным, Егором, а чуть позже вышел на свободу и вернулся в Киселевск, назначенный на должность смотрящего. Этот год для Рыбина был богатым на события. В июне 96-го его задержали в Киселевске с незарегистрированным оружием, и в том же году суд приговорил его за хулиганство и незаконное ношение оружия. На свободу Рыба вышел в 99-м и вновь надолго тут не задержался. Через пару месяцев после освобождения его вновь арестовали с оружием, и на этот раз суд приговорил авторитета к 3,5 годам заключения. Последний свой срок Рыба получил в 2004-м. Его задержали на сходке и при личном досмотре нашли пистолет. Суд дал Рыбину еще 1 год строгого режима. Весной 2005-го авторитет умер в больнице от 2-сторонней пневмонии. Болезнь связывали с сильным пристрастием к наркотикам.